На самом деле, даже вот сейчас, в будний день, на тропе здоровья постоянно встречаются люди. Меня это немножко сбивает с толку. Потому что я не знаю, нравится людям, что они попадают в кадр, или не нравится. Вот. Я как-то даже встал в одном месте и что-то там хотел снимать. Мимо прошел охранник и заинтересовался этим, почему у вас штатив с фотоаппаратом, что вы здесь за съемки проводите, надо спросить разрешение администрации. В общем, огромный парк Сокольники, и в нем некуда деться от людей. Как вообще вот можно жить в городе вот таком огромном? Как в нем можно жить? Понимаете, огромный парк, и не можешь уйти от людей никуда. Даже от администрации не можешь скрыться. Администрация тебя найдет. Конечно, это объясняется тем, что людей много в городе. Конечно, им всем хочется на природу. Как так получается? У меня встречный вопрос. Как так получается, что, живя в самой большой стране мира, с огромными лесами, полями, как так получается, что вот нельзя найти тихого уголка в парке, где можно спокойно посидеть, и никто тебя не потревожит. И ты никого не потревожишь, да? Самое главное, что ты никого не потревожишь. Зачем так жить? Зачем? Надо что-то менять. Надо что-то менять к лучшему. Ну, как мы уговорили, значит, любое изменение начинается с того, чтобы поставить себе цель. Надо поставить себе цель. Потом понять, где ты находишься по отношению к этой цели, что тебе нужно менять. И потом уже можно будет идти туда.